Если бы еще вчера меня спросили, что такое полный пиздец, то я бы, наверное, ответил. Это когда ты приходишь домой, а твоя жена надрачивает соседу, с которым ты еще на прошлой неделе пил пиво и играл в покер. Именно так бы я сказал вчера. Потому что понятия не имел, что значит «настоящий пиздец». Меня зовут Шон Тернер. Я расскажу вам о том, как оказался в камере смертников. Мы с Амандой развелись еще пару лет назад, и каждый месяц я переезжаю в Rabbit Hole, чтобы провести выходные со своей дочерью, Эбби. Но этот раз, приехав в эту захудалую дыру, мне пришлось столкнуться с тем, что выходит за рамки здравого смысла. Не знаю, что это за хрень такая, но это точно не человек. Он, блядь, воняет так, будто умер еще на прошлое Рождество. Стоять, тварь! Иначе я расхуярю твои мозги по стенам! Эй, полегче, приятель. Я только хотел найти помощь. Ты человек? Ты видел, что происходит вокруг? Город кишит тварями, которые таки жаждут намотать твои кишки на руку. Помощи ждать больше неоткуда. Практически все мертвы. Телефоны не работают. Откуда, мать твою, здесь может быть помощь? Тише, тише. Успокойся. Опусти ствол и давай поговорим. Я видел, как шериф Хьюберт превратился в одного из них. Видел, как он пытался помочь людям, а уже через 5 минут кромсал тело своего помощника. Город как будто окутало злом, чувак. Я знаю, о чем говорю. Мы попали в гребаный фильм ужасов. О, срань. Похоже, одна из этих тварей кинулась под колеса моей тачки. Теперь она разбита. Я сам из Нью-Гемпшира. Мне нужно забрать дочь вместе с бывшей и увезти их отсюда. Я бы на твоем месте не был так уверен, что они еще живы. И вряд ли ты найдешь рабочую машину. Техника выходит из строя. Никто так и не смог покинуть город.
Эта зараза распространяется, как ебучая чума. Если у тебя есть предложение, то я, блядь, его с радостью выслушаю. Мой дом находится на Элм-стрит. Это сразу на въезде в город. Недалеко отсюда. В моей комнате есть небольшая радиостанция. Если настроить ее на правильную частоту, то можно попытаться вызвать помощь из Портленда. Военные, федералы, да кто угодно. Лишь бы они уничтожили этих ублюдков. Хорошо, я вызову помощь и буду искать дочку. Дай мне свой пистолет. Ну уж нет, чувак. Только благодаря этому пистолету я все еще жив. А чем ты мне предлагаешь отстреливаться? Или ты решил, что я сейчас должен выйти на улицу и хуем им помахать, а? В любом случае, выбора у тебя нет. И мой ствол ты не получишь. Веди себя тихо, не шуми. Тогда у тебя все получится. Эти твари очень хорошо слышат звуки. И при малейшем шорохе слетятся к тебе, как мухи на говно. Кстати, говоря о говне, я почувствовал тут запах еще сразу, как вошел. Ты случайно там штаны не навалил, а? Я, конечно, тебя не осуждаю. Вокруг такая хрень творится. Не-не, чувак! Это от этих тварей так воняет. Вот, возьми ключ от моего дома. Моя мамка всегда запирает дверь. Вызови помощь и приведи маму сюда. Она уже старая, но хлопот тебе не доставит. А я пока начну заколачивать окна. Неизвестно, сколько еще времени нам придется просидеть на этой заправке. Ладно. Посмотрю, что можно сделать. Что-то он не договаривает. От него явно воняет говном. Нужно найти Эми и Аманду. Нужно увести их отсюда. Извини, дружище, но твоя мать смердит хуже помойки.
Отлично. Радиостанция. Теперь нужно настроить ее на правильную волну. Пробудитесь, братья и сестры! Мы спали слишком долго! Слишком долго нам лгали о нашем мироздании! Но теперь я знаю правду и буду проповедовать вам о ней! Наш мир погрузился во мрак еще тысячи лет назад! Но теперь он очистился. Мы очистим его от скверны и падших шлюх, от грязных предателей, от меркантильных ублюдков. Каждый, кто не преклонит колени перед великим Кулунгу, будет умирать в муках и агонии. Каждый грешник будет гнить и разлагаться. Все те, кто не пошел за нами, познают ад еще при своей никчемной жизни. Но если заблудшая овца ищет путь к своему пастору, то двери нашего храма всегда открыты. Мы ждем вас и ваших детей. Благодаря им вы обретете жизнь вечную. Невинные души, не запачканные пороками этого мира, станут вашим ключом к спасению. Преклоните свои колени перед великим пожирателем миров Кулунгу. Я горжусь тем, что наш маленький город стал первым пристанищем древнего бога. Вслед за ним весь мир пробудится ото сна, коем пребывает уже тысячи лет. Да пребудет прозрение, братья и сестры. Да пребудет с вами всепоглощающая тьма. Чарли, это ты, сынок? Спускайся. Мама приготовила покушать. Thank you.
Ой, Господь, твою душу. Вот эта тварь! Кровь. Похоже, еще свежая.
Ха-ха-ха!